Мутанты, роботы, зомби, апокалипсис, выживание. Что-то заинтересовало? Тогда спешу тебе порекомендовать игру Dark Times. Dark Times — это бесплатная мультиплеерная игра, где собрано все, что мы любим. Прокачка, куча оружия, боссы, а самое главное, игра вешает всего лишь 8 мегабайт. Пойдет абсолютно на любых компьютерах. Ссылка на игру в описании, заходи, пробуй, я думаю, тебе понравится. И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы продолжим играть в великолепнейшую игрушку по названием Sword The Court. И предыдущие, ребята, мы остановились о том, что мы уже дошли до 13 дня. Довольно-таки далеко мы продвинулись. Заработали достаточно неплохое такое население, и у нас довольно много счастливых людей. Что значит, что мы довольно неплохо правим, плюс у нас есть уже какая-то сумма денег, но она не особо большая, потому что все деньги нам ушли в итоге на то, чтобы отбиться от дракона. Надеюсь, что больше он к нам не придет, и мы сможем в итоге подзаработать и закончить эту игру, так как нам совсем немножко осталось для того, чтобы попасть в этот совет, или как это, совет корон, или что-то в таком роде назывался. В общем, наша главная цель игры, чтобы наше государство полностью процветало. И, в общем, сегодня попытаемся этого добиться. Надеюсь, что осталось буквально нам ничего до этого, поэтому давайте... Ух ты, мне дали немного магии, я получил 200 денег, ура! Я, кстати, случайно нажал вообще «да», и в итоге это сработало довольно неплохо. Единственное, что я боюсь, это когда придет этот шут, как его там зовут, Джерр или как-то там, Джефф, что-то в таком роде, короче, если когда придет, то... нам говорят приятные новости, город вырос до населения 500, короче, 500, где-то 500 людей у нас живет, хотя такой город, вроде кажется, что там гораздо больше, чем 500 живет, почему-то, по моему ощущению. Так, у нас придется... В общем, горожане отмечают это, и они устроили большой фестиваль на площади. Наше растущее население делает людей счастливее, в общем-то. Им это, короче, нравится, что город становится больше и все такое. В любом случае... В любом случае, я просто хотел тебя поздравить. Продолжайте, в общем, работать так же, как и работали раньше. Да, нет, я такой, нет, скажу. Да нет, конечно же, будем продолжать дальше, потому что я хочу сделать свой город самым лучшим на этой, наверное, планете. Или самым лучшим государством из всех возможных. И, кстати, ребята, если вам нравятся игрушки такого рода, не забывайте ставить лойсы. И можете также в комментариях предложить какую-нибудь игру из такого же разряда, если вы их знаете. Можно будет поиграть еще что-нибудь из такого же типа, потому что... Ну, это довольно прикольные игры, когда ты сидишь такой, типа, лорд, и выбираешь, как свое государство... В какую сторону свое государство направите, чтобы тебя в итоге, скажем так, не уничтожили, вот. Если вы знаете такие игрушки, можете их в комментариях предложить. Если вам захочется еще роликов по Sword The Court, когда он выйдет дальше, то можете поставить Лойс, и я поиграю в эту игру, когда она, например, обновится или выйдет новая вторая версия, например, Sword The Court 2 какой-нибудь. Так, ладно, пришел ко мне дворецкий, хотели бы вы чайка? Да, конечно, я хочу чайка. Чаек — это всегда хорошо. Хиёк приносит нам радость, да. О, котенок с ботиночками пришел, да, он хочет немного еды, держи немного еды, две монетки. Он сожрал у меня две монеты, хорошая еда, видимо, у меня шоколадные конфеты в виде монеток, а не золотые монеты. Так, мадам Эбелин, bonjour, my name is madame Эбели, and I can join to your court, will you have... В общем, хотели бы вы, что... В общем... Присоединится она к нам или нет, она спрашивает. Хочу я этого или нет. Ну, выглядит она довольно безобидно, поэтому да, присоединяйся. Я не думаю, что это будет плохо, если у нас появится модем Эбели. О, как приятно. Я уверена, что нас ждут многие большие приключения, короче говоря. Так, ты видел, как сундук делает бэкфлип? Нет? Ой, стоп. Так, я почему... Я хотел «нет» сказать. Ну ладно, случайно нажал не на ту кнопку. Так, фестивал... Ну, в общем, фестиваль — это то, что у нас там 500 жителей, все радуются, население растет, всего становится больше, больше счастья, больше денег, и люди все еще счастливы, и город еще и еще больше растет. Кстати говоря, почему-то в середине стоят палочки такие, и типа город еще будет строиться, что ли? LD34 пришел. Я работаю над видением играми, серьезно? В общем, работать ли над видеоиграми дальше или нет? Ну да, давай. О, так. Так, anyways, game to play with others and around get sword. Да, но говорит, что в этой игре там есть мечи, монстры и всякое такое. Так, когда ты побеждаешь монстра, ты получаешь опыт, и они все еще тебя слушают. Да.
Хорошо. Спасибо, что выслушал мою идею. В общем, он пошел разрабатывать игру, РПГшку какую-то, где надо будет там мечами всех хреначить и убивать монстров и получать за это экспу. Or Grandery Stocks Defected Attack Stop Replaced. Да-да-да, заменить, а то у нас люди будут болеть. 70 золота я отдам, потому что я уже довольно много накопил и можно позволить себе потратить их. And Mystery of Food, can you do some shopping for small if you... Да-да-да-да-да. Тоже можно. Так, Uncover the Truth, report back to you. В общем, я не совсем понял, что... О, господи, что это такое, пришелец? You haven't been talking to Skelly, have you? Я разговаривал со Skelly, да? Here take this is... Хорошо, держи это, я здесь никогда не был. По-моему, надо было сказать не да, а нет. Я что-то, видимо, не так понял. Ну ладно. О, дьявол пришел. Эй, приятель! Нет, я не хочу кидать монетку на то, что повезет мне с деньгами, или я там потеряю людей, если повезет дьяволу. С дьяволом лучше, наверное, сделки такие не устраивать. Ну что, население еще вырастает? Интересно, сколько мне надо жителей, чтобы в итоге пройти эту игру? Так, так... Да, давай. У него довольно неплохое предложение. 150 золота за 5 жителей. Я думаю, что это довольно круто. Что? Очень вонючий ребенок бегает вокруг города по улицам. Надо ли его отправить в ванную? Ну, думаю, да. На одного почему-то человека стало грустнее. А чё, всех остальных это устраивало? Так, видимо, я один такой, кого не устраивают грязные дети. Так, it's a must. Да, в общем, чё он там предлагает? 5 монеток. И он нашел монетку. Ура! Мышонок мне принес еще 5 золота. О, привет, ты же в приключения отправлялся. Ед-ед. Я вернулся, я нашел немного друзей по пути на моем приключении. Хочешь, тебе нравится заводить новых друзей? Да. Так, и мои новые друзья лучшие. И у него теперь, точнее, в нашем городе появилось 5 его, видимо, друзей. И все они счастливы. Хорошего дня, мадам. Вы заинтересованы пугательными услугами? Я могу напугать за небольшую сумму людей, короче говоря. Не надо мне никого пугать, у меня пока все нормально. Не хватало мне еще начать людей пугать. О, кстати, да, город расширяется еще. Я-то думал, что он больше не будет расширяться. Видимо, город будет прямо городом, когда он прям по полной программе разовьется, когда уже вот эта вторая линия проедется. Постройки. Значит, игра еще не настолько быстро заканчивается, сколько я думал. Sense Weapon Tower Borders, Treatment Caravans, Dramatic Divisions. Нет, я не хочу вводить эти налоги на торговцов из других городов. Они, по крайней мере, пусть радуются, хотя денег можно было, наверное, неплохо с этого получить, но я не буду. Ок-ок-ок-ок, у него есть монетка. Давай, ты мне всегда монетки приносишь. Иди отсюда, спасибо тебе за твои бабки. Так, ух ты, рыцарь, мои леди. Так, хочет он, короче говоря, отправиться на какое-то крутое задание. И за королевство я вернусь к вам, моя леди, говорит. Ух ты, это Ету. Волк, I would like some money, please. Ну, хорошо, держи 100 монет. Thank you for the money, good madam, this is good money. Я думал, что это может это... Я подумал, что это маман, может быть, того ед-ета, но, видимо, нет. Ну, 100 монет я отдал, ладно, зато у меня стал кто-то счастливее. Так, опять заменять. Да что с этим магазином не так? Почему я его все время меняю? Кто его там портит? Так, 10, настроение, люди снова счастливы и снова прибавилось. Теперь плюс 31. Ух ты, это что за колобок такой? Ярно, алло, алло, I'm Ярно of the Comfy Kingdom. Видимо, из другого королевства. Из удобного королевства, судя по всему. You might not believe this, but I am the royal assistant of Kingpin himself. Indeed, the very same. Ну, он, в общем, короче, помощник другого короля, которого зовут Иголка, вроде как, или что-то в таком роде, или Гвоздь. Ой, стоп, я что-то нажал? Да, блин, я... Ненавижу свою клавиатуру. Ладно, пришел парень кнопочка. Надеюсь, что я там правильно что-то ответил. Говорит, видел здесь этот голубой клубок, который здесь проходил недавно. Да, видел, конечно. Так. В общем, он пошел искать его, этого чувака, который был до этого. Такс.
I have seen Carol Climbing to be Kingpin, Royal Assistant, which of course he is not. Он не помощник короля Пина. Так. И факт из Сай Батл Бой все конфигинного Синдиконсом Краунс. А, вот этот чувак, типа, который из вот этого королевства корон, или как он там, в которое нам надо вступить. Слышали вы об этом? Вы об этой штуковине, короче? Да, слышал about... Зацерли говорит about joining, как раз big deal. Говорит, если ты хочешь к нему присоединиться, то, ну, у нас должна быть сделка, чтобы я в итоге присоединился к ним. Этот Ярно... Так. Ярно... А, Ярно. Я думал, или стоп, Ярно это тот чувак, или Ярно это их королевство? Gaping nothing but trouble. Ничем не дает, но проблемный. Если ты можешь помочь остановить этих шенинганцев... Что за шенинганцы? I'm at the WKTPP, Vitalistra's Wrestle Kingdom. В общем, если я вам помогу, то он мне устроит встречу с этим королем. Так, ну я помогу тебе поймать этого чувака. Или этих чуваков, не знаю. Very good, leave detail to your description. On Yarno is off the way, it's at meeting with Pia. Thank you, assistance, it's matter good, madam. I'm sure we'll meet again soon. В общем, мы заключили сделку, теперь его задание выполнить, чтобы мы в итоге... чтобы мы в итоге продвинулись дальше, получается. Чтобы мы закончили эту игру, наверное. Хотя, черт его знает, после апдейтов, может быть, даже после этого что-то еще будет. You feeling spooky today? Mm-hmm. Да, я немного... Нет, стоп. Я... в общем... Надо было сказать нет. Я, как обычно, ему говорю да, когда надо сказать нет. Так, ты Льюис Андрес, Пейс Эм... Угол шел с листом The Demons. Да, mm-hmm. Послушай их. И дай им денег. Все, пускай. Я не хочу, чтобы никто у меня не начал бугуртить и тому подобное. Так, это опять мышка, и она опять что-то принесла. Снова 5 монеток. Эй, она все время мне монетки таскает. Прикольная мышка, люблю ее. Постоянно мне инком организует. А он вернулся просто после приключения. Короче, говорит, я ничего не нашел по своему приключению, но должен ли я пойти в подземелье? Ну, вроде как он сам искал приключения, поэтому он как бы рыцарь. Наверное, он справится, пусть он идет в подземелье. Все, он свалил на какое-то время, но я думаю, что вернется он живым, надеюсь, хотя бы. А то еще погибнет у меня, и у меня не будет рыцаря, будет очень обидно. О, мне чаек снова принесли. Так, да, я хочу чайка. Надеюсь, что его никто в будущем не отравит. Вот тот вот клубок окажется предателем каким-нибудь совсем злостным и пойдет и устранит меня. Так, да-да-да. Забирай мои деньги, все мои деньги. Я их только коплю, у меня их тут же забирают. Так, ух ты, блинчик пришел. Да-да-да, привет. Все, отлично, иди отсюда. С котятами у меня разговор короткий. Ух ты, ты кто такой? Ученый, привет-привет, я ученый, я делаю науку. Я, короче... всякую, да, делаю науку. Пусть будет так. Я то сейчас попытаюсь перефразировать, и получится еще хуже. Так, с... Ага, ну, в общем, говорит, смотри, город развивается, и всякое такое. Так, с... Стоп, чё? We now have a very own council of science, of which I am the leader. Today I simply wish to introduce myself and... Now I have visit you again in the future regarding our project, science project. В общем, походу он из этого королевства и пришел мне рассказать о том, что в будущем мы будем сотрудничать. Или как-то я не так этого понял, но вроде бы что-то в таком роде. Так, да, ты хочешь мне снова денег дать? Давай, 200 монет, неплохо. Обожаю этого волшебника, он мне все время бабки приносит, причем довольно жирные. Так, все, все счастливы, бабок я получил больше, город снова развивается, и он уже почти развился до второго этапа, ребята. Так, снова ты, снова с меня деньги заберешь. My lady, I've been wished to settle the speed, he says, we're cool, he says, but his friends... В общем, его друзья говорят, что этот чувак не клевый. В общем, я... Все говорят ему, что он не клевый, его друзья говорят, что он, типа, этот чувак не клевый. А как вы думаете, он клевый? Я такой, да, и он такой все порадовался. Но одного человека стал больше, который счастлив. You call this castle? Ну-ка, да. Indeed, it's trick question. Хотя я не совсем понял, что именно, в чем был прикол, но
Плюс один счастливый. Так, соседи стоят up tonight eating candies. Can some go to the... Она всю ночь ела конфеты. И, в общем, дашь немножко денег на то, чтобы отправиться к доктору. Ну, держи. 10 золота стоит сходить к доктору. Дорого? Наверное. Так, I never thought to call tea too many sweets. Если ты будешь все время приходить ко мне и говорить, что ты конфета пожралась, то я тебя не очень буду любить. О, Сими, привет! Че, can my friends come over to play? Ну, могут прийти сюда и немножко поиграть, да, окей. Танки! Было бы забавно, если бы после этого на танке ко мне приехал. Записан из Нит. В общем, да, чините. Починим нашу тюрьму. Хотя кто-то у меня в тюрьме сидит вообще. По-моему, у меня в тюрьме никого не сидит. И поэтому моя тюрьма там вроде как бы... С ней все хорошо. Но если бы я не починил, наверное, могли бы сбежать преступники какие-нибудь, которые, возможно, у меня есть. Хотя я вроде никого туда не садил. Но, может быть, они там сами по себе появляются, так как город своей жизнью живет. И после этого бы на мой город напали преступники. Было бы не круто. Так, да, ты хочешь магазин... А, да, я же ей помог открыть магазин. И она немножко заработала денег и принесла мне эти деньги. Так, да, ты снова магию сделаешь и... О, вот это мне даже больше нравится. 5 счастливых, 20 жителей и 100 монет. Мне осталось буквально ничего, чтобы прокачать город до максима. Так, ты меня надурить хочешь или что? Она снова говорит, что она переела конфеты и ей надо к доктору. Если она еще раз ко мне придет, я скажу нет. Mysterious new way to make gold. Он знает мистический способ, чтобы заработать денег. Хочешь ты его узнать? Я не скажу тебе, но 50 монет он мне дал. Ладно. О, привет, ты что, игры сделал? I got leave now to Sunday, become game dev. Я хочу, говорит, уйти из королевства, чтобы осуществить мою мечту геймдева. Ну, геймдевелопера, то есть игры пошел разрабатывать. Пока. Ну, хорошо, пока. Maybe our parts will cross again in a day, probably not true. Он мне, в общем, свою детальку оставил. Эта деталька будет напоминать, типа, обо мне. Ну, ладно, пока. Может, она мне пригодится, эта деталька, в будущем. Возможно... В ней что-то есть особенное. Так, ну хотя это вроде просто деталька. Так, котенок пришел. Мяу, да-да-да-да. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. О, стоп, она что-то много мяукает. Well, shall I hire this kid to find Yarno? Да, этот котенок сможет найти нам нашего товарища клубка того. За 100 золотых, я думаю, что клубок будет найден. Котан точно его найдет. Так, с ground match визит, пока он кратит, что-то много. Так, да, надо больше нанять этих как, гайдов, не знаю. Короче, будут, которые рассказывать про наш город для туристов. И чтобы народ также счастливый был, нам их надо было побольше нанять, поэтому 100 золота мы даем. Так, the town we made alliance with in trouble, shot with sand soldiers this season. А, наши союзники, короче говоря, в проблеме. Отправим ли мы им немножко солдат, чтобы помочь им? Ну давайте отправим. 10 солдат, 10 людей потеряем, но думаю, что в будущем нам это воздастся. Так, 700 золота, пошел вон. Джестер, вот кого я ненавижу. 700 золота на то, чтобы шоу устроить. Я не знаю, у меня столько денег нету, чтобы такие шоу устраивать. Это слишком крутое шоу какое-то. Так, спирит сентрис драйт на опыт, пришкаемся на ганс очень сломан. Спирит на волт на девять, сопрекать жертву, я перерываю. Так. Ну, давайте попробуем. Так, окей. И вроде должно быть что-то хорошее в будущем случиться. Так, ну я потерял людей, но зато у меня еще одни прибавились, и город все еще разрастается. Буквально тут осталось у нас совсем ничего, и город уже будет прям огромный-огромный. Так, cold trouble sandwich, can't I trouble... Cold I trouble you for sandwich? Могу тебе потревожить эти сэндвича, что ли? Так, хорошо, держу сэндвич. Ко мне приходят строители и просят меня приготовить им сэндвич. Это кто такой вообще? Барабанщик какой-то пришел. Бам-ба-бам-ба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 
я не знаю, что он означает, братан, короче. Ну, допустим. И все, я ожидал, что он что-то такое необычное скажет, но он... Такс, да, дай мне деньги. Можешь пятерых сожрать и мне дать 150 золды. Голды, точнее. Так, о, ученый снова пришел. У него есть разработка золотосоздающей машины, короче говоря. Это займет
определенное время для постройки, но и довольно много ресурсов потребуется. Но это довольно много типа денег нам придаст. 500 золота на разработку я ему дам, но я думаю, сейчас я эти деньги себе смогу найти. Сейчас кто-нибудь что-нибудь мне предложит. О, ты как раз вернулся с сундуком сокровищ. Чувак! Блин, ты меня не совсем спас, блин. А, так, scientists constructed a large factory to further their work at gold generating machine, but it's become problem. Оу, эта машина была очень громкая, и она расстроила некоторых людей. Ну, печально, чё, я думал, что он не будет хотя бы так ужасно все делать. Так, shall sell some construction. Нет, я ничего не продам. Думаю, что деньги я и так найду каким-нибудь более легальным способом. Так, да отстаньте от меня. Нет, мне не надо в сделки с дьяволами. Я не хочу уничтожать свое королевство. Че ты приперся-то снова? Нет. Че, снова сейчас он придет? А, ладно. Так, ты решили сэмти мэлли, вы контрасте так пошёртер, but people don't like it much. Should we try? Нет. Должен прийти кто-то, кто даст мне денег. Определенно, так. Должен сундучок прийти. Сундучок по-любому должен меня спасти. Так, ну деньги я потерял, поэтому ничего прибавляться не будет. Но люди в целом счастливы. Казна только пустая. А, привет. О, вот, все, он принес мне денег. Ура, минус одна монета. Серьезно? Да отстань. Нет, отвали. Мне нужны еще сокровища. Кто-нибудь, да отстань ты. Нет, с тобой мы не разговариваем. Чертов дьявол. Так. Ну-ка. Во, вот, все, двух чуваков убивает, и в итоге мы вот так прокачиваемся. Зарабатываем нормальную сумму денег. Так, да, немножко мистики, все дела, все понятно. Ну ладно, серия оказалась гораздо больше, чем я думал. Я думал, что мы уже сегодня пройдем ее, но в итоге нет, серия уже 21 минуту идет, и я ее довольно поздно записываю. Поэтому, ребята, на этом я буду заканчивать. Если вам понравилась данная серия, а если вам хочется еще роликов по Sword of the Core, то не забывайте ставить лайки. Если наберется, думаю, 2000 лайков, то в ближайшее время выпущу еще одну серию. Просто я не знаю, насколько вам нравится эта игрушка уже. Я, типа, конечно, с перерывами, интервалами записываю. Но в основном она нравится, но может она уже вам поднадоела. Поэтому, ребята, лойсы не жалейте, это очень важно. На этом все, увидимся, когда увидимся. И если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь. Я всегда рад новым подписчикам. Поэтому подписывайся, друг мой. На этом все, всем пока.